Александр Николаевич Островской. Шутники. Островский, Чехов, Куприн, Бунин, Тургенев, Саймон, Зорина. Самые романтичные отрывки из произведений классиков решили воплотить на сцене феста актеры Сергей Гришаков, Елена Бондаренко, Сергей Тупталов, Дмитрий Скотников под руководством худрука театра Игоря Шаповалова. Все отрывки связаны единой темой. Первая любовь, первый поцелуй, первое объяснение в любви. Очень нежный, очень смешной. И такой трогательный спектакль получился. Мы его назвали «Прикосновение». Ну, во-первых, это прикосновение именно, так сказать, в человеческих взаимоотношениях, то, что происходит в отрывках. Ну, а во-вторых, это первое прикосновение молодых специалистов к своей профессии, к выходу на уже профессиональную сцену. В постановке задействованы выпускники ведущих театральных вузов страны. Пока их имена ни о чем не скажут зрителю, но у каждого из этих 10 ребят впереди наверняка не одна главная роль. По мнению режиссера, спектакль «Прикосновение» будет особенно интересен и понятен старшеклассникам. Он позволит иначе взглянуть на авторов, чьи произведения входят в школьную программу. Чего греха таить? Как только мы слышим слово «Чехов», у нас сразу возникает ощущение, что сейчас будет скучно. На самом деле это же не так. Потрясающее совершенно произведение драматургические у Чехова, у Островского. Если они правильно вскрыты, если точно выстроен конфликт, если очень точно взаимодействуют партнеры в тех предлагаемых обстоятельствах, которые заданы автором, получаются очень забавные, очень интересные и очень современные ситуации. Собственно говоря, это и происходит в наших отрывках. Продолжительность спектакля 1 час 10 минут. Билеты в кассе театра. Юлия Федриненко, Олег Степанов. Информационная программа «День».